2010 год. А это значит, что пора браться за голову и тестировать хорошие солидные автомобили. Но сами понимаете, после этих 10 праздников в голову ничего умного не приходит. И поэтому на сегодняшнем тесте инвалидная машина Серповского автомобильного завода для инвалидов с одной рукой и одной ногой. Одновременно милая и ужасная, спортивная и нелепая. В общем, очень непонятный автомобиль. Да, и очень шумная. Наверное, для инвалидов с одной ногой, одной рукой и лишённым слуха. Подумайте, что я смеюсь над инвалидами. Нет, напротив, мне очень интересно, почему этот автомобиль именно для таких людей. Что касается управляемости, то тут как на авто Формулы-1. Лишь один оборот руля в каждую сторону. И очень плохо, что здесь нет печки. Сейчас же все-таки зима. Кстати, это двухместное купе с задним расположением мотора. Ничего не напоминает. А спереди есть отсек, куда можно положить, ну, руку или ногу. Двигатель здесь от мотоцикла, вот он. Объем у него 350 кубических сантиметров. И на 5000 оборотах в минуту он выдает всего лишь 18 лошадиных сил. Этот двигатель от Иж-Планета 5. И работает он на 80-м бензине вперемешку с маслом. Немного про управление авто. На руле есть уши, это педаль газа. Педаль сцепления за место педали акселератора в нормальном автомобиле. Это рычаг переключения скоростей. Это тормозной рычаг. А это реверсивный рычаг, чтобы можно было назад ехать на четвертой передаче 60 км в час. Ладно, хватит представлять инвалидов, несущихся на бешеных скоростях задним ходом. Вам лучше узнать расход. Здесь он 7 литров на 100 км. Это очень много для этой малышки. Эта машина, если ее можно так назвать, 1970 года выпуска, а было выпущено их примерно 223 051 штука. Что здесь инвалид? Я инвалид. Инвалид – это такой человек, которому нужна забота и ласка. А эта машина просто помойка, и поэтому ей нет места на этой грешной земле. Поскольку я очень сильно забочусь об инвалидах, я бы проверил эту машину на краш-тесте в боковом ударе. И посмотрим, останется ли инвалид жив или нет. Объясняю вкратце, поскольку у нас нет специального полигона, то мы берем УАЗик и на скорости 60 км в час езжаем в инвалидную машину. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand. Thank you.
знаете, после этих 10 праздников в голову ничего умного не приходит. Че, профессионал? Какие праздники? Март, 23 февраля. Есть что ли здесь праздники? Я имел в виду праздники, дебилы. А что ты сказал? Все, нормально. Вот эти 10 праздников. Кто? Зачем? Куда? Для тупиры сделаем все, но настолько... Сука. Лошара! Я говорю, шланг можешь снять, нахуя? Вот, с карбюратора, чтобы она побыстрее была. Может, там все замерзло, бля. Может, сейчас она попрет, как это... Ты обещал, что она попрет, когда ты тот рычажок перевернул. Но она поперла же. Да. Кто здесь инвалид? Я инвалид. Я слез пошли. Ваня самый лучший всех толкает.